В северную столицу приехал уникальный хор «Хасидская капелла». Московский мужской коллектив еврейской общины дал концерт в Большой хоральной синагоге. «Хасидская капелла» появилась в 1989 году. С разрешения Михаила Горбачева хор был воссоздан таким, каким он был до революции. Для этого даже открыли материалы из архива КГБ, которые были изъяты в 30-х годах. И они позволили восстановить обширный репертуар. В него входит еврейская народная музыка, песни на идиш, классические, теперь даже и некоторые эстрадные произведения. Московский мужской еврейский хор много гастролирует по России, Европе и за ее пределами. Своим призванием коллектив считает возрождение духовной музыки, опираясь не только на еврейские, но и русские традиции хорового пения.